Привет, дорогие зрители канала Дрил. Сегодня хочу немножко своей энергии, своей мотивационной вам передать. В жизни никогда не сдаваемся. Мы родимся ради чего в этом свете. Надо сперва себе узнать. И потом помедленнее, подальше, допустим, школа заканчиваемся. Каждый человек в этом свете есть свое желание, в своей голове есть свой, допустим, можно сказать, галактика. И поэтому надо всегда не сдаваться и всегда добиться то, что мы хотим, на него что и получить. От этой жизни короткий и долго, ну как сказать. И если глаза закроешь, откроешь, быстро этот свет, эта жизнь наша заканчивается, постареет. А если так смотреть, тоже долго время школы, после школы сколько, какие профессии должны учить, какие нам нравятся, и не какие-то, что родители заставляют. Ну, мнение всегда родители, у них приживает и на свои сыновей или дочери всегда они смотрят с хорошей стороны. Всегда надо своей семьей любить. Допустим, себе ставит «я ради мамы» и ради себе. Первый ради себе. Надо в этом жизни быть сильнее. Быть свое желание заполнять каждому. Ну, правильный и четкий дорогу, как можно выбирать. Сперва надо свой мозг заполняться, пополняться с хорошими книгами, с хорошими качественными фильмами, чтобы свое время зря не так просто тратить. Вокруг у вас кто находится, какие энергии вам дает, эмоция такой, чтобы вас надо бороться в этом жизни. Поэтому свои друзья очень важно. И друзья ради чего рядом вас. Конечно, мы в этом свет, как я, 7 или больше 7, половину 7 миллиард народов люблю и уважаю. То, что Аллах создал, я все их люблю. Ну, вокруг у нас кто находится, какие мотивационные вам дает, правильную дорогу покажет, некоторых неправильную дорогу едет, продолжает. Ну, всегда есть не поздно, когда, как сказать, есть на афганском такой послов, всегда рыбу возьмешь из водой, оно свежее. Поэтому наш жизнь, всегда если мы правильное мнение возьмем и с энергетика каждый день свое расписание начинаем, спорт, допустим, сегодня вот эта книга, сколько страничку, сегодня вот эта фильма, а сегодня, допустим, встреча с кем, с тот друг, с тот другом, или, допустим, с братом, или с отцом, с мамой, как поступить в жизни, как уважительнее и прекрасно, у вас жизнь будет так сладостной и так отлично, как я. Многих я, допустим, тоже увидел по своему уровню, по своей весь проблема. Просто так я не взорвался на хорошем пути. Ну, конечно, я питался, конечно, читал разных книг, допустим. Каждый ваш, допустим, мнение по-разному. Какая сфера вам нравится, то сферу надо зарядка заряжать себе побольше. Ну, всегда, чтобы было для, не только для себя, для мамы, для друзей, для папы, для семьи общей. И общем, в конце концов, чтобы мы были полезно для этого своей галактика, землей. Чтобы зачем родились, для чего будем жить, и какие цели мы заполняем, и как будем свою жизнь продолжать и постареть, и с этой жизнью заканчиваться, как зимой придется холод, и после зимы, как весной, такой приятно, зелености, красота, опять все рождается с нуля, начинает жизнь опять. Вот так мы можем с разными, допустим, как солнце, такой теплый, энергетику, витаминов дает, и разные фруктовые. И с каждым можно Богу чувствовать,
И в этом жизни не сдаваться и продолжать красивую, прекрасную жизнь. Надеюсь, что вы немножко, я побольше видео вам буду снять по разным контенте. И постараюсь, чтобы вам надеяться, надеюсь, чтобы с ошибки наши и слова или мысли, если неправильно, прошу прощения, лайк, коммент не забывайте. И я не блогер, хобби у меня просто съемка в день, чтобы вот расписание, чтобы просто зря время так не тратить. Допустим, фотограф, я видео хорошо снимаю, и вот пытаюсь, чтобы энергетик даст, сзади свой телефон сижу, и камера включаю, и в канал поставлю, канал Dream, не только мое. Из каждого сможете свой талант по разной сфере видео снимать и нам отправить, ничего страшного, я буду по ночам, и даже время даст, и ваше видео обрабатывать, поставить в канале. Чтобы друг друга поддерживали, конечно, для нас не только семейная поддержка, это отдельно сладкости, ну, когда народ поддерживает, тебе любит, всем нравится, это вокруг, где живешь, в этом галактике, более-менее приятно. Я люблю вас всех, и я не сдаваюсь, и вы не сдаваетесь. В этом жизни продолжаем все четко и отлично. Надеемся, что это видео тоже вам понравилось. И ждете от нас хорошее видео. Все доброго.